Всем привет! А у нас новинка прямо из Турции. Рассмотрим сегодня кружево с глиттером на сетке. Данный рисунок называется «Веточки». На солнце и под светом ламп ткань блестит просто невероятно. Рисунок на ткани имеет вспененную структуру. Сетка прозрачная, плотная и неэластичная. Лицевая сторона фактурная и посыпана мелкими бубочками и глиттером. Что же шить из этой ткани, спросите вы? А вот что. Потрясающее свадебное платье, в которых можно почувствовать себя настоящей принцессой, а также выпускные или вечерние наряды. Стоит заметить, что стирать ткань нельзя, и будущее изделие придется чистить аккуратно и вручную. Глиттер может осыпаться, как во время носки, так и во время пошива. Но эта ткань настолько красива, что ей можно это простить. На теле смотрится бесподобно, но мы рекомендуем использовать под низ свадебный сатин, на нем кружево преображается. В нашем магазине в наличии имеются разные виды данного кружева. Ссылки будут в описании под видео. Заглядывайте! Ну что, вы готовы блистать? Тогда ждем вас в наших магазинах. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!